Лаваш, майонез с этим. С чесноком. Хватит или еще можно? Не хватит. Накладываем мясо. Маркоха. Ложи нормально. Дальше я уже не помню, как надо сворачивать. Ну, вроде бы... Тихо. А, вот так вот. Больше заворачивать, больше. Да. Вот это. Вот так вот. Теперь закручиваем. Вот так закручиваем. Так, подойдите. Греем сковородочку. Давай быстрее доставай. Да, надо было побольше взять сковородочку. Что она-то большая. И ставим нафиг. Пойми, какой режим. А также берем большой кусок мяса и заталкиваем, засовываем туда. Туда толкать. Мама говорила, так надо. Ложим шавуху на сковородку. Ну как влезет, короче. Так что-то у меня камера плохо начала снимать. Смотри. Свет падает. Неправильно. Это из-за дыма. Или что это? Камера заляпала. Все вроде бы нормально. Бабуль, переворачивай. То сейчас пипец наступит шавухе нашей. Они у нас поджарят. Ладно, потом перевернем. Ну зачем ты еще одну сделала? А! И, конечно же, пьем апельсиновый сок. Не-не-не-не-не-не-не. А, да-да-да-да. Апельсиновый сок с сады Кубани. Вытяжку затем включил. Берем и наливаем. Отлично. Пробуем. Офигенно. Так, что-то я вообще съехал с темы. Двойная шавуха. Давай. Отлично. Ну, а теперь ждем. Да, блин, ну чё? Ладно. Жарить или не надо? Нет. Ну, а теперь пробуем. Ждем. Веганская шавуха, без мяса. Обычная шаурма. И зачем-то мы сделали еще веганскую шаурму. Снимай меня. Вот теперь пробуем нашу обычную шаурму. А что, не надо это ничего клацать просто? Вкусно. Всем пока.